Так, хочу представить лодочный мотор, который называется Yamaha amhs. Моторчик двухтактный, имеет один цилиндр, питание карбюратор. Давайте рассмотрим основные узлы данного двигателя. Это румпель, газ и управление происходит прямо с рукоятки. Так, также имеется подсос, кнопка остановки. Аварийной чеки на данной версии нет. В более обновленной версии здесь есть вот чека, здесь просто кнопка. Ручной стартер, кран, перекрытие подачи топлива, крышка бензобака, сапун бензобака, ручка для переноски. Это рычаг переключения хода вперед, нейтраль. Также имеется ручка для переноски, очень удобная. Струбцины мощные, как на взрослых моторах. Все очень крепко, очень серьезно. Данный двигатель является полноценным лодочным мотором без всяких каких-то компромиссов. Позволяет вывести практически в глиз. Вот на данной лодке флагман 300, а скорость порядка 16 км в час. Давайте прокатимся. За счет фрикциона можно здесь вот полноценный мелководный режим, раз положение. Два положения. И уже потом только откидка мотора. Так, сейчас сниму, что у нас внутри. Внутри, ну это я установил фильтр самостоятельно. Топливный кран. На карбюраторе имеется топливный насос. Соответственно, можно установить внешний бак. С этой стороны мы видим катушку зажигания и коммутатор. Вот карбюратор. Нейтральная передача присутствует. Очень удобная ручка для переноски. Полноценный колпак, легко съемный, потому что, допустим, на Тахацу 3,5 колпак не снимается. Так, подожди, отрываем, короче,
островов, решили провести эксперимент на трёхе, на трёшке, пройти 17 километров от островов до нашего берега. Волна приличная, трёха тянет километров 8. А быстрее она не поедет, больше 9 она не поедет. Просто скидывай, когда большая волна, отпускай все. Все, на такой волне, Гер, на нормальном гриселе бы не пошли все равно. Чего? На такой волне, против волны, на нормальном гриселе, мы бы все были мокрые. Леха справляется со своей задачей нормально, это не весла. Острова остались. А поворот у него на 360 градусов происходит, что позволяет очень легко маневрировать. Смотрим. Защиты от запуска на передаче нет, то есть можно с включенной передачей завести двигатель. Заводится просто с полтычка. Если хочется двигаться со скоростью 15-16 км в час до 20, для этого нужна легкая лодка. На более тяжелых лодках скорость будет в районе 10 км в час, в принципе, без зависимости от нагрузки. Так, из плюсов данного двигателя это металлический винт. В стандарте идет финт шагом 5,5 дюймов. Шикарный мотор. Всем рекомендую данный мотор. Берите, не пожалеете.